Помазанием, и не благоволю паки родите. Рабов твоих новопросвященных водой, духом вольных и невольных грехов, оставления тем даровавые. Сам, владыка, всесторю благоутробнее, даруйте печать дара святаго, и сильно поклоняй то духа, и причащение святаго тела и честной крови Христа твоего. Считайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Премудрость прости, услышим святаго Евангелия. Мир тебе, Иисус. И увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. И приблизившись, Иисус сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына, и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се, я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Аминь, Господи. И прощай, где ты святой, великое имя Твое, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне пресвятый, великий Бог, аминь. Владыка Господи, Боже наш, купили небесный тень, крещаем, подавая паки родивы, рабов Твоих, но просвященных водой и духов, вольных и невольных грехов, всем даровавые там, возложи на них руку Твою державную, сохрани их, сели Твоя благость, не крада по обручению, сохрани их подобие в земле, Твое благоговение, как и все очищение наше, Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресвятый, великий Бог, аминь. Господу помолимся.
Если человек обошел совет, надел благолепно, устроил его, и когда делал служил совет, надо все главу, не искать положение и на чаще чистого, другие не запирают друг другу. Вас и живой был главы покрыл, и во ежели в результате все приложения воздушной системы потребно насадили. Да всеми благодарите изрядного художника, сам владыка со судом избрания твоя, Павлом апостолом. Заповедай мне, Отца, тебя славы твоей, творите прекрасно рабов твоих, Галину, Маргариту, Александру и Любовь. И благослови их вместе с воспреемниками. И дашь им тем, получаясь в законе твоим угодно, где дети, те камни, все камни Бога, и тебе славу высылаем. От Сына и Святому Духу, не пейте веки веков, аминь. Мир Твоему, Боже наш, и настоящего Пресвященного работы, Господи, главу Твою, Ее отойдет благословение Твое, и как благословил Ты пророка Давида, и как Ты благословил пророка Самуила, Давида, царя, благослови голову рабы Твоей любовью, чтобы она до глубокой старости славы Тебе воспевала, и видела Бога Иерусалима в этой жизни Твоей, яко подобает Тебе вся слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, чтобы ты пришли во веки веков. Аминь. Помилуй нас, Боже, при лице милости Твоей, молим Тебя, Александре и любови. И о всех здесь предстоящих и молящихся, а еже всем даровать еще душевного спасения и телесного здравия, молимся Тебе, Господи, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милостив и человека любит Бог, если Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. И мудрость Пресвятая Богородица, спаси нас. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без искления Богослова лучшую сущую Богородицу Тебе величина. Слава Тебе, Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистой, Своей Матери, Святых Славных и Степанных Апостолов, всех святых и святых Твоих, Галины, Маргариты, Александры, Любови, святых праведных, Бога Отец, Акиман, и всех святых помилует и спаси от нас, и ко благо человека любит. Аминь. Господи, мирное житие, здравие и во всем благое поспешение новопросвещенным рабом Твоим, Галине, Маргарите, Александре, Любови, и всем здесь предстоящим и молящимся, и сохрани их, Господи, на многое лето. Священных, великим таинством принятия таинства. Желаю вам, чтобы вы те обеты, которые давали вы при крещении, отречение от сатаны, чтобы оно было не только в этот день, а во все дни своей жизни, чтобы всегда нам плевать на него, всегда быть в соединении со Христом и любить Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью своей.
в этом и заключается счастье наше. Ищем счастье. Вот счастье и там не находится нигде, а счастье только в Боге. Чем ближе будешь к Богу, тем счастье будет больше. Потому что Господь все дает, от Него все исходит. Ищите этого. Какие бы ни были печали в жизни, там и искушения, знайте, что Господь всегда во все дни с нами. Он так сказал: я никогда вас не оставлю. Так печально бывает родителям, когда дети бросают, уезжают куда-то далеко и уходят совсем. Родители скорбят. Отец наш Небесный тоже, когда мы уходим от Него, и ждет, когда мы вернемся. Поэтому не нужно этого делать, уходить свиным корытом, а потом ободранным язв возвращаться к Нему. Лучше всегда носить эту белоснежную одежду безгрешной. Этого я вам всем и желаю. Храни вас Господь. Всех благодарю за молитву, которая сегодня здесь с нами разделили. Спаси Господи. И будем молить, чтобы Господь еще продлил нам эту радость, и чтобы это было не последний год, вот уже сколько мы, уже более 10 лет здесь радуемся на этой земле. Каждый год бывает у нас такой день. Первого года, да, было много, по несколько десятков было у нас крещения. В этом поменьше, но не в этом. Даже один радуется, говорит, об одной овце найдено. Поэтому Богу нашему слава во веки. Аминь. Ну, так, собираем все братья. Я заберу, а это все здесь как-то собрать надо. Сумку. Так, сумку это что? А, кадила. Кадила, давай кадила. Это. Кто там, чтобы это облачение соберите? Все в сумку, да? Нет, мокрое ты. Мокрое не надо. Кадила, да нет. Чуть горько не утонул. Да, хоронный крест берите. Да что это такие? Нельзя на базаре таких не купить. Не купить. Берите. Марина, мы же от коммунизма открылись.